Всем приветик, с вами Дейдара 2, и сегодня мы просто поиграем вот такую вот игруху про ниндзя в нашем списке. Она есть. Если что, ее можно скачать. Управляется она с помощью C-Sexis PlayStation, и прыжки совершаются просто поднятием контроллера вверх. А на тач-панели вы просто нажимаете вперед, чтобы кидать сюрикены. В нее прикольно играть, ну, не постоянно, а так запустил ее разочек, потом разочек, не знаю, через месяц, или кому-нибудь показать, или вместе побегать, можно поиграть вместе с другом, даже, по-моему, с четырьмя друзьями. Просто так повеселиться, посмотреть, кто больше соберет монеток. Видите, типа, оп, так, поднимаете контроллер, и он прыгает. Довольно веселая игруха. Я точно не помню ее название, поэтому скажу вам ее название после этого видео. Там как раз оно будет. Так, собираем монеточки. Ууу, стучимся в дверь. Хотя это и не надо делать, но просто почему бы и нет? Да уж. Кстати, очень веселая игра. Да и легкая. А так, в принципе, мне кажется, что они бы могли бы ее сделать круче, если бы делали ее как, не знаю, Subway Surf, там, с повседневными ачивментами, с новыми персами, чтобы было много. Кстати, многое изменялось в этой пробежке. Какое-нибудь собирание, может, еще слов было. Было бы поинтереснее, можно было бы играть практически каждый день, как такая типа free-to-play игрушка. Как всегда, можно какой-нибудь костюм типа платный сделать, не знаю. Если хочешь, зарабатывай на него копейки, вон монетки там или еще что-нибудь. Непонятно, почему они так не сделали. Ну да, ладно. Да, ее можно, кстати, остановить вот так. Нажал, типа, привет, привет! С вами снова Дейдара 2! Лол! К сожалению, я не знаю, как записывать лицо на PlayStation 4, именно чтобы оно было там вот сверху где-нибудь. Его можно, по-моему, просто отдельно записывать потом. Ну потом это, блин, неудобно. Сделали бы сразу, нажал кнопку какую-нибудь, у тебя лицо там появилось где-нибудь сбоку. Может, они, конечно, это сделают, может, им, не знаю, написать в эту поддержку или еще куда-нибудь, чтобы они так сделали. Ну да ладненько. А тем временем мы бежим и собираем монеточки. Монеточки, монеточки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А! Не получилось мне вписаться в этот маленький кружочек. Квадратик, не знаю. Так, прыгаем, прыгаем, уклоняемся. Получайте, получайте, получайте все. Устрота! Искусство! Это взрыв! У-ху! Блин, ни одну монетку не собрал. Вот это вообще печаль, беда. Сейчас уже, кстати, скоро будет конец. Непонятно, почему в такой игре есть вообще конец. Бежал бы, пока, не знаю, не врезался первый раз, да и все. Было бы намного интереснее и сложнее. Декорации бы рандомно там менялись как-нибудь. Знаете, ну, по-моему, они меняются, но очень редко. Я что-то вот когда играл в самый первый раз, по-моему, было по-другому. Немножечко. Потом я запустил ее, наверное, через месяц, и чуть-чуть что-то поменялось. Я вот что-то заметил, а сейчас вообще, по-моему, ничего не меняется с того раза. Вот, сейчас это уже конец, это вот это, типа, много-много, и в конце там будет босс, которому даже, по-моему, не обязательно ничего сносить. Вот какой боже, миллион сюрикенов! Быстро-то! Получай! Отлично. Итак, мы победили. Возвращаемся. Это, типа, мир дополненной реальности. Кстати, почему они с ним не делают игры? Нафига нам Oculus Rift и все остальное? Можно вот с этой штукой сделать миллион всего. Я купаюсь в деньгах, если бы это было в реальной жизни так же. Вот у меня в кармане всего 200 рублей, я вообще неудачник полный. Ой, я походу убил его. Ну да ладно.
Никто, кстати, не заметил, сколько у меня денег. Я вот тоже не заметил. И конец этой игры, надо выходить в главное меню. Непонятно почему. Игра называется «Роботы-ниндзя» для вашей, скажем так, игровой студии с камерой. Ну что ж, с вами был Дейдара 2, Тошаро, который залипает. И что мне сказать? Скоро мы увидимся. А, да, и, кстати говоря, мини-анонс. Я собираюсь пройти еще раз дополнение, которое мне очень нравится у Бэтмена. Я буду записывать летсплей со своим голосом. Возможно, я вставлю туда пару вставок с видео, потому что это неудобно делать здесь. Итак, кому нравится и кто ждет, подписывайтесь, ставьте лайки. Меня зовут Дейдара 2, и всем пока!